Всем добрый день. С вами компания MCL. Меня зовут Татьяна. Сегодня речь пойдет о проектировании мини-гидроэлектростанций. Для решения проблем по загрязнению окружающей среды в результате деятельности тепловых электростанций наблюдается тенденция увеличения использования гидроэнергетики. Строительство мини-гидроэлектростанций способно использовать потенциал малых рек Украины. Плюсами эксплуатации мини-ГЭС является то, что они производят самую дешевую и самую безопасную электроэнергию. Также они способны вырабатывать энергию только при ее необходимости, сохранять ее избыток и восстанавливать энергию на сети. Использование малых гидроэлектростанций способно снизить энергетическую зависимость от коммунальных служб, а также обеспечить короткий срок подготовки и осуществления строительства и существенно снизить потребность в персонале, поскольку мини-ГЭС могут работать в автоматическом режиме. Компания MCL предлагает предприятиям услуги по проектированию объектов строительства. Проектирование строительства мини-ГЭС может осуществляться как в комплексе, так и отдельно. Комплекс услуг по проектированию включает в себя проведение государственной строительной экспертизы, эколого-экспертной оценки, также получение заключения об оценке воздействия на окружающую среду, обоснование возможности отклонения от государственных строительных норм в разрезе санитарных правил и норм. Благодаря многолетнему сотрудничеству наших специалистов с ведущими отечественными проектными институтами вы будете уверены в качестве выполненной работы. Большое спасибо вам за внимание.